Друзья, привет всем! Сегодня я свяжу мушку-стрекозу. Мушка из пенки. Это имитация стрекозы, которая по внешнему виду похожа где-то на голубую стрелу или красотку. По размеру эта стрекоза вырастает не более 3,5-5 сантиметров, поэтому все детали, которые здесь будут присутствовать в данной мушке, исходят из этого размера. Вариантов изготовления вообще стрекоз из пенки достаточно много. Но я сегодня взял такой самый оптимальный вариант, который, я считаю, наиболее будет эффективен при ловле рыбы. Эту стрекозу можно делать как без глазок. Опционально можно, конечно же, делать ее с глазками. Но я считаю, это не обязательно, потому что вы все прекрасно знаете, что основным для ловли рыбы является, конечно же, силуэт мухи, ее приземление и поведение непосредственно в воде. Поэтому глазки это больше для красоты. Массовый вылет стрекозы начинается где-то с середины июня и длится он до середины августа. Поэтому я и решил связать эту мушку. Thank you.
Итак, стрекоза готова. Надеюсь, что сегодняшний фильм вам понравился. Хочу заметить, что эта стрекоза парусить не будет, потому что крылья у нее выполнены из очень мягкого пера, несмотря на то, что это перо петуха. Но оно мягкое и при забросе, естественно, не будет влиять на то, чтобы закручивать леску. А на этом я свой фильм заканчиваю. Если он был вам сегодня полезен и интересен, ставьте лайки. Пишите комментарии по поводу этой стрекозы, подписывайтесь на мой канал и до следующих встреч. Всем пока, увидимся.